Лиговская, 4-я. Это, конечно, не то поле, которое я уже как бы обозначал в кадрах. Это другое поле. Здесь, ну, тоже посеянное по гороху. Так вот выглядит нижний ярус. Так вот и верхний. Здесь уже сделано две фунгицидных обработки. Причем последняя была вот недавно буквально. Работали абакусом. В целом посев хорошо выглядит. Кущение здесь получается где-то 4, а, даже 3. Но опять же чувствуется, что будет всего 2 продуктивных стебля, потому что боковые они уже ослабли, они уже мягкие. Так что такой посев, так он выглядит.